Здравствуйте. Зовут меня Сева, мне 27 лет, город Курск. Дом, тихо-тихо в нем я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь, больше не приду. Я строил этот мост, чтобы не упасть, ни тебе, ни мне ты не унесла. Тихая Очень интересно. Добрый вечер. Вечер добрый. Это же песня Макса Фадеева, да? Да, конечно. Максим, как вам такое исполнение? Я ее не узнал. Вот. Там совершенно другая гармония и мелодия. Но есть места похожие. Но он спел хорошо, да. Спасибо большое. К сожалению, мнение Максима мы пока не можем учесть. Нам нужно выслушать мнение профессионального жюри. Юрий Михайлович, может быть, вы выскажетесь первым. Дорогие друзья, я прослушал некоторые фальшивые ноты, которые присутствовали. Это немножко раздражает, я просто воздержусь. А мне очень близко вот такое исполнение. Когда человек рвет душу, рвет сердце, и я на это реагирую, я чувствую его, я чувствую, что он делает. То, что он понимает, что он делает вообще. Я говорю «да». Спасибо огромное. А откуда взялись фальшивые ноты? Вы волнуетесь, да? Ну, было чуть-чуть вначале, да. Уолтер. Мне очень понравился голос, тембр, голос шикарный. Обалденный. Мне, правда, даже мурашки были. Спасибо. Я голосую «да». Сергей, были ли у вас мурашки? Ну, фальшивые ноты бывают, да и ну, музыка без лажа, фонограмма, фиг с ним. Я говорю «да». Да! Спасибо огромное. Спасибо. Юрий Михайлович, вы высказываться будете или вы воздержитесь и все? Все понятно. Ну, три «да». Мы вас поздравляем, увидимся на следующем этапе. Вы на главной сцене. Спасибо огромное. Пока. Всем. Спасибо.